Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и мы, в общем, продолжаем проходить на своем максимальном уровне сложности игру Return to Castle Wolfenstein. У нас в третьем месте продолжается оружие возмездия, часть 2 ракетная база. Немецкое сопротивление сообщило нам, что ракета метровой головы, предназначенная для запуска по Лондону, несет химическую боеголовку какого-то нового типа, общая разрушительность которой до сих пор неизвестна. Также немецкое сопротивление информировало нас, что у всех этих ракет система самоуничтожения, обычно располагаемая в главном зале управления ракетами. К сожалению, мы почти ничего не знаем о внутренней планировке базы. Вам придется разознать лучший способ добраться до главного зала управления ракетами, для того чтобы вы смогли уничтожить ракету, прежде чем она достигнет Лондона. После уничтожения ракеты, похоже, что вся база поднята по тревоге. Используйте все возможности, доступные для покидания базы и прохода на внешнюю территорию. Найти главный зал управления, прорывать запуск ракеты В-2 и найти выход и дойти к внешнему периметру. Вот такие наши цели, в общем-то, этой миссии. Удачно. А, отлично. Проникли наконец-то. На военную базу. Немцев. Так, тихо-тихо-тихо, что там за пикни такое? Привет. Так, лежи. Куда ты побежал, засранец? Сейчас я сниму. Внимание, начинается тест ракеты П-2. О, только вот запуск ракеты сейчас не стоит делать. 5, 4, 3, 2. Так, 1. Еще нет. Ой, блин, поняли тревогу, засранец. Да дохните вы, чего там такие пули не пробиваем это? Так, ложная тревога, ложная тревога. Так, зря это сделал, наверное, нажал. Тест два раза. Б2 закончен. Так, ладно. Операторам телеметрии доложить результаты. У нас ложная тревога. Ничего не надо эти группы вызывать, и что? Зря вы это делаете. Блин, оружие перезаряжать быстрее. Да уж. И Б, куда он делся вообще? А, куда он делся? Почему им просто не запустить ее? Ибо почему те не слышат? Что за глухие такие? Так, что, кажется, услышали, мне кажется, ага. Кажется, все-таки услышали, засранца. Ну и зря услышали. Потому что явно им не жить после этого. Так, берем бронежилет, понадобится. О, отлично. Еще аптечки. Это то, что надо. Так. Блин, меня эти дрю, конечно, уже раздражают, потому что. И пугает при этом, потому что ты поймешь, вдруг эта дверь, в общем, закрытие двери означает, что кто-то еще появился из врагов. Черт, дери. Так, сохранимся, конечно же. Почаще будем это делать. Ладно, идем дальше. Нужно искать пункт управления этого. Теми ракетами. Чтобы, в общем-то, прекратить запуск. Поехали на лифте. Внимание! Заправка окончена. Финальная проверка. Какой-то же Call of Duty напоминает. Похоже, была миссия на дамбе. Вспоминается. Пока что до этой миссии не дошел, но... Привет. Спать. Сказал спать. Молодец. Рад, что слушаешься. Так, извини. Так. О. Внимание всем. Приготовиться к отсчету. Мы что-то не то нажали, что ли? Да, весело будет. Если это не то, что надо было нажимать. А, это... Вот что такое. Ну, давай. Что там делать будет? Привет. Спать. Отлично, молодец. Ух ты. Привет. Спать. Молодец. Хороших снов. Дорогие... Как бы назвать его, не знаю вас. Так, идем дальше. Блин, какие-то шахты еще. Ну да. Разобрать локации. Хотя бы себе. Внимание! Всем участвующим в запуске доложить о готовности. Так. Спать. Начинается двухминутный отсчет. Кто еще хочет спать? Ну, кто? Патронов всех хватит. Ох, так, так. И музыка, я предвещаю, то, что сейчас там явно враги прибегут. Так, еще один рычаг. Блин. Да. Какого хрена ты поперся сюда? Так, давай, дырчик, нажимай. Или он уже нажат. Да. Да, блин. Сволочь. Ну что ж ты так вылезаешь неожиданно, а?
Так, нажимаем медленно. Не нажимать рычаг. Плохо. Либо его нажимать точно не надо. Так, поехали дальше. Наверх теперь. Запуск через 1.5 минуты. Так, а то у меня оружие осталось-то, ну, не знаю, пока что мне так сильно нужно. Торопитесь. Я не хочу торчать здесь весь день. Ох, сколько у вас здесь. Зря, наверное, сохранился на этом месте, ну ладно. Так, с вами придется разбираться, наверное, да? Так, друзья, вы без оружия? Руки вверх. Ох ты! Это что еще такое было вообще? Не понял, что я сделал? Запуск через 1 минуту. О, Полина. Через 1 минуту? Херово. Давай, давай, открывайся. Блин, что он делал там, нажимать-то? Понимаю, что... А. Так, что вообще делать надо? А, блин. Скотина, это что ж ты? Блин, надо ракету остановить. Так, давай быстрее. Запуск через 30 секунд. 30 секунд? Блин, херовая ситуация. Че нажимать вообще? А. Блин, 30 секунд. Херово, давай открывайся. Запуск через 15 секунд. Запуск через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Полина, 2, чё? 1, запуск отменен. Уес. Всем оставаться на местах. Отлично просто. Внимание. Так, пора сюда убираться. Командам охраны немедленно доложить. Так, ну пора сюда убираться. Так, давай открывайся. Блин, пора сюда убираться теперь. Так, давай, блин, быстрее валите отсюда. Сейчас. Валить надо отсюда. Оп, не, какого черта? Вы что делаете вообще? А, ой-ой-ой-ой-ой. Так, валите все отсюда, поздорово. Поздоровься, поздорово. Блин, куда ты побежал? Ну, так. Так, вообще, может, сюда надо валить? Нет, ну явно не сюда. Да, теперь нас сюда валить просто надо. По-быстрому. Там уж сейчас... Ой-ой-ой-ой. Да что ж ты делаешь? Ты мне сейчас всю жизнь снимешь. Скотина такая. Так, сохранись к этому месте. Так, ну, давай, води что-нибудь. Вот, так пойдет, думаю. Оп! Блин. Не перегревайся, пожалуйста, не перегревайся. Так. Так, готово. О. Блин, скотина, ты мне патроны сейчас тебе потрачишься. Блин, давай быстрее перезаряжайся. Готовы. Эй, солдаты, сюда. Так, где еще? Сейчас еще попрут. Не ожидали меня видеть, друзья. Так, сохранимся, конечно же. Так, здесь ничего нету, никаких аптечек хотя бы. Мне аптечки не пригодились. Так. Фу, так. Блин, здесь патронов хватит на вас всех-то. Слишком у вас многовато здесь будет. А, так, сохранимся. Фу, так, отдышаться. Вперед. Во. Во-во. Отлично, отлично. Вот это то, что надо, вот это то, что надо. Так, давай открывайся. Привет. Я здесь. Я здесь вообще. Вообще-то. Не, да, блин, давай, дохни. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё-то вас манговаться слишком уж, друзья. Так, сохранимся. И по-другому. Да. Сохрани, конечно, такие названия интересные получается. Так, ну патронов у нас максимум, идем дальше. Пора сюда убираться с этой базы. Быстрее, быстрее, установлю! Черт. Чего там? Чего они там вообще делают-то, утворяют? Сволочи. Блин, 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 хоть. Успокойся.
Зря ты это решил сделать. О, блин, сейчас придется явно быстрее прыгать. Черт, блин. Нифига себе. Вот зараза. По-моему, своих же угробил. А, это вообще-то мы даже повыше поднялись. Так, что у нас здесь? Привет. Так, извини. Я про тебя ничего не имел. Но ты стоял на пути. Так, записочки почитаем. Кому оберфюреру СС Вильгельму мертвой главе Штраусу, который, в общем, нас помог главным героем, главным злодеем будет продолжение, в общем-то, этой игры, Return, в общем-то, Вольфенштейн 2009 года выпуска. От рейхфюрера СС Генриха Гиммлера. В общем, мой дорогой Вилли, мой комплимент нашим удивительным достижениям в работе над улучшенным оружием 5. Несомненно, успех этого проекта превысил все ожидания. Я также прочитал последние сообщения о тестах самолета ракета Кобра. Я не могу описать свою радость от этих успехов. Несчастье, я менее обрадован вашим невыполнением другого проекта. Не совершите ошибку, операция воскрешения на данный момент самый важный проект Рейха. Это особенно верно в связи с успешным восстановлением третьего темного рыцаря команды извлечения. Я ожидаю от вас максимум усилий в этом направлении. Я искренне надеюсь, что больше не будет необходимости напоминать вам об этом. Любезный ваш Г. Гиммлер. Немножко дашимся. Так. А, разрушим эти карты, этих сволочей. Отлично. Еще можно порушить здесь. Все. Небольшая физика присутствует в игре, отлично. Так, а это можно уничтожить радио. Фу, отдышимся немножко. Фу, так, ладно. Продолжаем. Ненадолго еще. Немножко еще позапишем. Так, а что такое за... Ничего не надо снимать. Ладно, еще порушим эти их карты всякие. Все равно им этот базен уже не достанется больше. От него, наверное, ничего не останется. Так, а мы... О, блин! Какого хрена ты мне здесь? Тут зараза. Так, сейчас мы вас... Лучше не стой мой на пути. Потому что явно тебе не жить, мужик. Так, ну ты зря это сделал. Извини. Так, еще записочка почитаем. Кому рейхфюреру СС Гиммлеру, перфюреру СС Штрассе, тема доклад о готовности оружия 5. Что за оружие 5, интересно? Мы, наверное, узнаем потом. Мы только что закончили последнее испытание нашей серии 3. Я не знаю, что. Неправильно, локализатор, что ли? 35 или 3.5. Бы точку пропустили. Такой меж. Что здесь вообще непонятно, что начать. Оружие. Я рад положить, что ракета А9 легко доставит биологический груз Лондона. Груз в последней стадии мутированные Д-вирус Ботхаракса от моей норвежской группы биологического оружия прибудет в течение 4 дней. Штейнер гарантирует полную готовность не позднее 2 недели апреля. С уважением, оберфюрер СС Вильгельмштрассе, командующий офицер специального проекта Рейха. Ух ты, нифига себе. Биологическое оружие, что, Resident Evil уже какой-то пошел. Упоминает немножко. Так, вообще сюда иду, интересно. Надеюсь, еще сюда. Блин, а сверху снизу еще ты. Хотя, может, нам это мо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, хватит по мне стрелять. Так, может, спуститься получится. Так, я быстро грузовик. Так, нам не грузовик надо или нет? Ну, явно не грузовик. Так, ну, закрывайся. Нет, не хочешь закрываться. Да придется с ними разобраться. Чё за сволочи постоянно стреляют по меня? Так, всеми что ли забрались? Вы, наверное, сюда нам нужно, да? Или нет? Там зачем там обратно вернулись? Так, посмотрите-ка надо. Найти выход, и так, найти выход нам все нужно. Сюда ли, наверное, все-таки нужно? Блин, куда же? Даже не скрывается. Найти выход-то. А, может сюда? Нет. А что еще-то? А, что там такое? Так, мне, наверное, показалось. Так, это закрыто. Не открыть. Так, ну где-то явно где-то здесь находится выход-то. Надо посмотреть бы. Внимательнее. Что-то я не могу понять, куда идти дальше-то. Либо всех просто сначала перебить.
Да, динозавр не спрятался. Так, берем аптечки, конечно же. Что у нас здесь еще есть? Поразрушить можно. Карты всякие. А это что такое за? Какой-то чертеж. Так. Найдем, думаю, выход. Сейчас вспомню, надо где-то выход. По-моему, должен как-то быть так-то все-таки. В том же месте, где мы были. Так. Точнее, с тем же грузовиком, наверное, должны выбраться отсюда. Хотя. А может вот это как раз вентиляция, наверное. А, вентиляция пробраться точно. Блин, долезь ты. О, как раз да, точно так и есть. В общем-то, на этом заканчивается эта серия моего прохождения игры Return to Castle Wolfenstein. С вами был Михаил. В общем-то, увидимся в следующей серии. А на этом пока что все. Всем пока.